привет! Привет, Серега, привет! Ты что, за рулем? Да, мать, я за рулем. Готов с тобой разговаривать всегда. Как ты? Стройка строится? Строится, конечно, строится. Вы мой перевод получили? Получили. Спасибо, мать, спасибо. Ну так чего тянешь? Сидишь за рулем. Давай быстрее за билетами и ко мне. Мать, тут такое дело. Нам друзья предложили в Мексику смотаться. Понимаешь, в Мексику. А там горы, пирамиды, море. Да, конечно, я понимаю. Здесь пирамид нет. Пирамид нет, каменные джунгли. Ну хочешь, мы тебе деньги вернем? Я не поняла, при чем здесь деньги? Тратьте их. Поездка-то, наверное, дешевая. Не дешевая, но интересная. И Светик знаешь, как хочет. Ладно, решили. Рассказывай, какие у тебя новости? Никаких. Все по-старому. Мне папа звонил. Жалуется на тебя. Говорит, ты его обижаешь. Это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Я его обижаю. Будь с ним помягче, ты мне обещала. Ты ведь знаешь, по правде он человек хороший. Хорошо, да он хороший. Ладно, все, хватит об этом. И как у вас дела, как погода? Погода нормально. Папу не обижай. Хорошо. Эй, мать, а кто-то пришел к тебе? Это гости. Да, пока. Ну-ка, кто?